Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 9. Выполни умножение удобным способом. Объясни свое решение и сделай проверку с помощью калькулятора. 2 умножить на 49 и умножить на 5. Чтобы упростить данное выражение и другие выражения этого номера, нужно сначала найти произведение тех чисел, которые при умножении дают целое число. В данном случае это будет 2 умноженное на 5. Будет 10, а затем 10 мы умножаем на 49. Получаем 490. 25 умножаем на 7, на 4 и на 11. Сначала мы 25 умножим на 4. Это получится 100. А 7 умножим на 11. Нам дают произведение 77. Затем 100 умножаем на 77. Получаем 7700. 2 умножить на 8 умножить на 17 и на 5. Сначала мы 2 умножим на 5. Будет 10. Затем мы 8 умножим на 10. Будет 70. А 8 умножить на 7 будет 56. К 80 56 мы получим 136. После этого данное значение мы умножим на 10. В итоге произведение у нас будет 1360. 18 умножаем на 99. 18 умножим на 100. Получим 1800. Но так как нам нужно было умножить не на 100, а на 99, то мы отнимем 18. У нас получился один лишний множитель. 1800 отнимем 17, у нас получится 1782. Умножить на 9, умножить на 8, умножить на 5 и умножить на 5. 5 умножить на 5 будет 25. 25 на 4 будет 100. Умножаем на 9, умножить на 8, а это 72. Получим 7200. 90 умножим на 3. Давайте 200 умножим на 3, получим 600. Но так как мы увеличили на 2, то 2 умноженное на 3 будет 6. От 600 мы отнимем 6. И получим верный ответ 594. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.